совсем недавно мы сделали ручной огнемет и когти росомахи. Давайте их испытаем. Итак, в детстве я мечтал стать супергероем. И сейчас я осуществил эту мечту. Мы с другом пришли в город, чтобы посмотреть, как люди отреагируют на двух начинающих супергероев. Сначала мы ходили по центру города и демонстрировали всем свои суперспособности. Всем было пофиг. Потом мы стали подходить к случайным прохожим и забивали с ними небольшой диалог. Pamiętaj o tym dziś, wysłuchaj moich rad. Każda dziewczyna jakiś magnes w sobie ma. Nim się obejrzysz, już wiruje cały świat. Ty tracisz głowę, teraz nie istnieje czas. Абсолютно никаких. В конце концов, для того, чтобы не спровоцировать других негативные эмоции, мы решили просто к ним подбегать и без предупреждения пшикать огнем. Едем на Макса. 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 Szalejemy dziś do rana i robimy niezły dym. A co to jest już dziś nasze urogańskie słońce? Настолько суровые, что для того, чтобы их разыграть, нужно сделать что-то вообще прям нереальное.